Сказал же, тебе тут не рады. Ты никому не сдался. Вон из моего бара. Налей мне напоследок, и я уйду. Привет, малыш. Ты должен срочно пойти со мной. Солнце, ты не в моем вкусе. Ну, у меня-то часики тикают, так что давай вставай. О, вялые когти. Да, на полшестого. Сука. Ладно. Хорош, хорош. У Росомах за 40 частая история. Не нарывайся. Если не хочешь проветрить мозг через дырку в башке, советую... Не нарывайся. Если... Smile, wait, the... Улыбнись и жди вспышку. Да, он... Если не хочешь проветрить мозг через дырку в башке, советую передумать. Я вот-вот потеряю все, что мне дорого. Да мне похер вообще. Как тогда, когда твой мир разнесли? Опа. А ну повтори. Этот Росомаха подвел весь свой мир. Я так понимаю, да, мультиверс точно подтвержден. Ну да. А нам надо обязательно посмотреть второй сезон Локи. Кто знает, может, даже на Бусти. У нас только планов на Бусти. Кто заспойлерит, будет забанен навечно. Расскажешь, что тебя гложет, или будет флешбэк в третьем акте? А, иди-ка ты нахер. В июле. Как надо мир спасать. А ты это умеешь. Поверь мне, я не герой. Ты из Людей Икс. Сильнейший мутант. Я сейчас прям весь теку. А я замурашился. Нет ничего круче. Парни такие дурашки. Одновременного сарказма. Знакомая актриса была, не могу вспомнить, кто это. Круче. Парни такие дурашки. Что в профиль мне сложно ее распознать. Ну да, мне одновременного сарказма. Вот это я понимаю. Стоп, что? Подожди. Одновременного сарказма. Ты понимаешь, что это тело человека-муравья? Угу. И это теперь я понимаю. Красный этот. Это Азазелла. Азазель, да, вот. Красный мутант. Это я понимаю. Там он, видишь, даже внутри череп. Угу. Жесть. Like мощная сцена в замедленном движении. Мощная сцена в замедленном движении. Отсылка на Мэд Макса была. Это Полярис? Походу. Ну чё, давай вшарим. Ну давай, если не шутишь. Опа, портальчик. Дэдпул и Росомаха. Какого-то мага. Вот это бадди-муви, который мы заслужили. Пока что выглядит крайне охеренно. И очень интригующе. Кокосик будешь? Эй, кокаин — это единственное, что Кевин Файги конкретно запретил. Ну а скажем, боливийскую пудру? Они знают весь сленг, у них есть список. И бодрящий иней. И диско-пыльца. Эффект белой бабочки. Даже Джон Шмэк. За окном уже сугробы? Да, а мне нельзя. Ясно, кто о чем, да? Отдыхаем красиво в июле. Ох, ну, ждем еще больше, чем после первого трейлера. Это еще лучше. Собственно, да. Потираем ручки. Спасибо за просмотр. Да, здорово.